Процесс творчества почти волшебный, а в случае с акварелью особенно. Из растекающихся, кажется, хаотично потоков растворенного в воде пигмента, неуправляемых, непредсказуемых, под кистью мастера рождаются образы. Я люблю давать акварели текучесть, то есть все-таки это стихия, это вода. Мне важно, чтобы это присутствовало в моих работах. Но там, где мне нужно, я стараюсь показать какие-то детали, потому что без деталей не сложится картина. То есть детали – это важная часть для меня лично. Я люблю в них покопаться, передать что-то, какие-то нюансы, показать какие-то образы, каких-то персонажей. Для меня это целая история, потому что какие-то заборчики прорисовать. Софья Романова – художница с 20-летним стажем, признанный пейзажист. Здесь представила работы в основном за прошедший год. И это удивительно яркие, при этом невесомые сюжеты, мотивы, близкие каждому. Рядом с ними работы ее подруги. Это выставки «Гимн нашей дружбе». Мы хотели показать одну и ту же тему, но как мы по-разному выплескиваем свои ощущения, эмоции одними и теми же материалами на бумагу. На выставке представлены и совместные работы художниц. Они выглядят гармонично, будто писал один человек, слаженно. Авторские манеры обеих дополняют и уравновешивают друг друга. Прямо на открытии совместной выставки авторы провели мастер-класс, где показали, как они работают вместе. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».